Храм Тигра или Тигровая пещера – одно из самых любимых мест туристов в Краби. Сюда часто предлагают приехать туристам, ищущим интересные места в Таиланде. Последователи буддийской религии приезжают в храм Тигра Краби с паломнической миссией. Неподалеку от храма возведен специальный отель, в котором проживают местные и иностранцы, посетившие храм для многодневных медитаций. Изюминкой данного комплекса считается смотровая площадка, до которой можно добраться по лестнице. Начальную и конечную точку подъема разделяют 1237 ступеней. Высота смотровой площадки составляет 600 метров над уровнем моря. Смею вас заверить, этот подъем вы не забудете никогда. Нужно быть в очень хорошей физической форме, чтобы дойти до вершины. Потому что это нереально сложно, особенно в жаркую погоду. И еще, обезьяны, которые будут встречаться вам по дороге наверх, будут пытаться вырвать из рук вашу сумку или мобильный телефон. Внизу в магазинчике висит даже предупреждение об этом. На первой ступени лестницы нужно загадать свое самое заветное желание и определить проблему, которую вы хотите решить, и весь путь, все 1237 ступеней. Думать только о ней. Как говорят на смотровой площадке, вы уже почувствуете, что смотрите на ваше желание совсем по-другому. Или вы найдете решение своей проблемы. Награда за длительный подъем – великолепная панорама и золотая статуя Будды, окруженная миниатюрными копиями основателя буддийской религиозной конфессии. Комплекс находится в 7 километрах от Краби Таун у подножия одной из самых высоких скал в провинции. Добраться можно на общественном автобусе, который идет из Краби до аэропорта. Стоимость поездки 80 бат, 2,5 доллара. Мы добирались до храма на такси. Эта поездка оставила незабываемые впечатления, потому что ноги у меня болели до окончания нашего отдыха в Таиланде, то есть еще дня 4. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена Шарова из Краби, Таиланд.